stiamo a cena a che ora? Più tardi, ora facciamo l'aperitivo e usciamo. Ah. Per fare, che cosa? Валик, ты далеко пошел? Валерио. Sì. Aspetta, ma per questo il nostro sacchetto o perché questo deve essere qua? Aspetta, se dire a Piero quanto spende. Piero! Piero! Ну что, бусик с красными щеками, как мама. Дело. Иди сюда. Иди к маме. Давай отдохнем немножко. И ну что, мы заселились всей большой шумной компанией. Народу, конечно, в отеле просто тьма. Такой довольно простой отель. Немножко старенький, но мне очень нравится вид. У нас третий этаж. Сейчас я одной рукой открою. Как тебе вид, Валера? Клево. Если вы мечтаете посетить карнавал в Италии, то все-таки обратите внимание на крупные города. Это в первую очередь Венеция, Флоренция, Верона. Кстати, в Венеции ночь отеля в дни карнавала, наверное, минимально где-то 500 евро, 1000. Костюм от 300. Наши китайские костюмы за 15 евро смотрелись бы, наверное, очень смешно. Но в общем и целом, касаемо нашей поездки, мне понравилось то, что мы сменили обстановку, мы выбрались из дома, но я ожидала все-таки большего. Тухловато. Тухловатость заключается в том, что ужин был абсолютно не продуман, то есть особо не было развлекательной программы. Пару-тройку танцев было исполнено, музыка, которую было практически не слышно. Ужин, кстати, еда, не скажу, что мне очень понравился. Обед на следующий день был... Обед на следующий день был намного вкуснее, вот. Но, в общем и в целом, просто поиграться, примерить на себе какие-то костюмы, выйти в люди, это даже очень клево. Валере, кстати, понравилось. Хотя он очень долго плакал, когда видел всех этих костюмированных людей, но потом привык и уже начал просто потихонечку посмеиваться. В общем, покажу наш крутой номер, который позиционировался как 4 звезды. На самом деле, это самая классическая тройка. В общем, так старенько, пошарпано, очень маленькая ванная. В общем, не знаю, нет ни геля для душа, ничего вообще, вот просто ничего. Душ я пыталась вытащить очень-очень долго, чтобы можно было спокойно помыться. А да, кстати, цвет хороший. Цвет хороший, мой маникюр, который продержался 2 дня, но, тем не менее, я обожаю эти голографики. Вот, в общем и целом, бирочка на ключах, это, конечно, вообще просто вишенка на торте, так что вот так. Поделюсь с вами планами на будущее и по совместительству моей головной болью. Да, планирую поездку в октябре с Валерой вместе и выбираю либо Будапешт, либо Прагу. Вообще в приоритете изначально была Прага. Ну, если изначально, в самом-самом приоритете это Порту, Португалия. Также Брюссель, Брюгге, Прага, Будапешт. В общем, из того, что более-менее доступно в плане прямого перелета, это либо из Палермо в Будапешт, либо из Трапани в Прагу. Прага, конечно, дороже будет по отелям.
И вот, собственно говоря, я думаю, либо Прагу, либо Будапешт, кто где был, что посоветует. Мы решили Камбоджу с Вьетнамом отложить на следующий год и все-таки путешествие с ребенком начать с ближайшего, с Европы. Лету нам 2 часа, будет что до Будапешта, что до Праги, так что мы думаем с мужем. Вообще у меня есть дикая мысля автобусом из Будапешта в Вену, из Вены, например, в Брно, это уже Чехия, и из Брно в Прагу, и из Праги уже вернуться на Сицилию. В общем, в принципе, неплохие цены на автобус. Прямой, кстати, автобусов из Будапешта в Прагу, по-моему, есть или поезд, но стоит там в районе 150 евро на нас троих. В общем, собственно говоря, легче самолет. Но как-то не хочется мне много переездов, много самолетов, поэтому я, наверное, остановлюсь только на Будапеште, либо только на Праге. Так что посмотрим. Через неделю мы, кстати, порепетируем наше предстоящее путешествие в Будапешт, либо в Прагу. Мы поедем здесь рядом городок, час езды от нас. И я через Smarty Sail забронировала на букинге отель. И жалко, что у них нет лук-фантастика, поэтому я пошла на Lady Shops и там сделала покупку через этот сайт, через этот кэшбэк с лук-фантастик. Единственное, что меня сперва напрягло, то что это lookfantastic.ru. В итоге я поменяла на Италию, сделала заказ, но он не отображался. Я думаю, ну ладно, фиг с вами. Если только для России, значит для России. В итоге вечером приходит оповещение о том, что все окей, ваш кэшбэк принят, или как это правильно называется. Я же совсем древняя, в общем. Вы понимаете, да, о чем? Раньше, кстати, я пользовалась копикотом, ну, так себе. В общем, попробуем 2 вот этих сервиса. Один у меня будет для Букинга, другой у меня будет для Lookfantastic. Жалко, что нету на Туриссимо и Лафлулы и Золанда. Печалька. Некий beauty time для этого влога. Мое мнение, такое небольшое ревью о 3 средствах, которые были в последней посылке с сайта Эковерде. 2 маски для лица и крем для глаз. Поэтому, если вам интересно, то оставайтесь. Начну я, наверное, с крема для глаз от марки Альвиан. Это крем с кунзимом Q10. Здесь 15 мл, такой белесый, плотный крем с легким ароматом цветочным. Итак, маленький Лучано Паваротти все-таки уснул, поэтому будем накладывать голос на это видео, потому что иначе невозможно. Возвращаясь к крему для глаз от марки Альвиана, довольно плотный, кремообразный, хорошо распределяется, неплохо впитывается. Я его использую как утренний уход, хотя он отлично подходит как ночной. Он такой довольно питательный, я бы сказала, и пока что чудес не увидела и не жду. Мне самое главное – питание и увлажнение для кожи вокруг глаз. И отлично ложится макияж, если пропитать салфеткой. Состав, если кому-то интересно. Далее переходим к 2 маскам. Первая маска Happy Aging от Марины Гилберт, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот могу сказать одно. Какая же ты жирная! Вот просто жирнющая, кремообразная, густая, тягучая, маслянистая маска. Девочки, супер сухой кожи, это прям для вас. Я ее пропитываю через минут 10 салфеткой, не могу, прям вот не могу. И вот эта маска, прям, знаете, такая вот как замазка. Такое ощущение, что здесь есть в составе глина. Очень густая, белая, не очень хорошо впитывается. То есть она остается слоем на лице, но хорошо успокаивает и увлажняет. В принципе, такая базовая, базовая, базовая. И да, еще один продукт, скраб для кожи головы. Очень жидкий, и я бы сказала, что это эксфолиант на основе фруктовых кислот. Пахнет кокосом, кожу холодит ментолом. В общем, первое впечатление приятное, но я бы не сказала, что это прям пилинг-пилинг. Так вот, больше для ухода. Так, Валя, это... Давай, поднимайся, молодец. Молодец, аккуратно. Аттентако. Бабе, кафе куро? Почему кафе?